Джамбулат Ильич, тяжелый чемпионат, непонятно было, состоится, не состоится, состоялся. Итоги. Ну, на самом деле был тяжелый чемпионат, и мы до конца, до последнего не знали, будет чемпионат или нет, но все равно, независимо от этого, чемпионат состоялся, а новые имена тоже выявились, молодые ребята, возьми 97 килограммов. Очень хорошо боролся и молодой, и бой дал. Но все мы понимаем, в связи с этой пандемией, да, не все спортсмены готовы. И если бы, допустим, готовились, совершенно бы другая ситуация была. Ну и тяжелый вес тоже, видишь, какой бой дал. Молодой Шарипов Хугаев, очень достойно отборолись. Ну, в целом, конечно, есть, как и в любом чемпионате России и мира, есть, конечно, немножко есть ошибки. Судьи тоже, они же тоже живые люди, но в целом, вообще, слава богу, что чемпионат прошел без таких серьезных эксцессов, это радует. Как формировать команду на чемпионат мира будете? Ну, формировать все равно будем как? Будем проверять, кто в какой спортивной форме уже на сборах, кто личной встречи так отборолся. Какое состояние вообще. Исходя от этого, будем принимать решение уже в тренерском совете. То есть первое место еще не стопроцентная гарантия того, что человек будет представлять Россию на этом турнире. Ребята вообще первый раз так чемпионами стали, их даже тоже надо проверить. И проверить, в каком они будут в спортивной форме, в каком у них спортивном состоянии будет. Исходя от этого, будем уже принимать решение. А впереди, конечно, дай бог, чтобы состоялся чемпионат мира. Да, но мы все смотрим на следующий год Олимпийские игры. Вот тем состоянием физической формы вы не очень готовы. Готовы на 70%. А все-таки конкуренции и то, что произошло, смена лидеров, это какие вызывают ощущения? Это радует, что сейчас вот такая конкуренция, что молодые спортсмены уже тоже набирают, не останавливаются, и у них тоже... Они тоже амбициозные, для них авторитетов на ковре нету, выходят, бьются и борются. Как когда-то те же лидеры, когда они были в этом же возрасте, так же бились. Все. Это закономерно, это радует, что у нас есть сегодня в сборной команде такая конкуренция. И такой хороший потенциал, и такой хороший скамейка в запасных. Спасибо, до встречи. Был Джамбулат Ильич Тадеев, главный тренер сборной.